Всем привет! Сегодня 11 сентября, и мы едем в село Червонопрапорное. Или как его сейчас переименовали, село Червоно. Попасть в Червонопрапорное... Попасть-то понятно-то как. Проехать в Червонопрапорное можно тремя дорогами. Одна дорога, самая такая... Известно, это вот доезжаем до Симферопольской трассы, поворачиваем в сторону Крыма и едем по дороге почти параллельно Симферопольке. Тут такая довольно-таки подубитненькая дорога, несколько километров, и мы въезжаем в село. Вокруг поля, слева поля, справа поля. Ну вот как-то так мы едем. Село Червонопрапорное известно геничанам тем, что здесь находится одно из самых больших кладбищ района. Здесь находят последнее упокоение в этом общежитии жителей Геническа, Червонопрапорного, Новоалексеевки, а сейчас уже и Семихаток, поскольку кладбище в Семихатках уже закрыли. Находится оно на окраине, села вдалеке. Место не страшное. Бояться надо живых. Чего их бояться, тех жителей общежития. Вот мы сейчас едем. Еду я по такой скорбной своей цели. Ну и заодно включил камеру поснимать. Вот мы проезжаем через все село. И за селом упираемся в дорогу и поворачиваем налево. А вот второй путь, как сюда проехать. Не доезжая перекрестка Симферопольской трассы, мы сворачиваем слева на грунтовку, которой пользуются в основном местные жители в сухое время года. Ну, так сказать, летняя дорога. И въезжаем в село. Село типичное для юга Украины. Село асфальтированное, поскольку здесь был довольно-таки мощный колхоз. Как обычно, будет клуб с заложенными окнами, пара магазинов, сельсовет, Червонопрапорное или Червоное, или Червонка, как его называют местные. Здесь находится свой сельсовет, и в подчинении у него находится село Семихатки и село Ясная Поляна. Не уверен, но, по-моему, точно Ясная Поляна. Как и везде, люди живут по-разному, как во всех селах. Объединяет их одно, вот эти хреновые дороги. Так, поворачиваем. И на этой улице находятся все основные административные здания Червонопрапорного. Здесь же и школа. Школа, что мне нравится, живая, целая, работающая. Вот что по Геническому району есть работающую поселок, это школы. Культура, то все. Дома культуры, они в таком запущенном состоянии, в убитом. А школа нет. Школа живая, целая. Вот. Мы приближаемся к такой двухэтажной коробке сельсовета. Так, куда это мы свернули? А, вот это я не знаю, что за здание такое двухэтажное. Может, кто местный скажет, что тут было, потому что не знаю, не помню, не знаю. А это сельсовет у них с правой стороны. Вот мы сейчас завернем, посмотрим. Ну, такая вот
квадратно-гнездовая архитектура, металлическая дверь. Смотреть особо нечего. Балкончик там был на втором этаже, зачем-то его заложили, закрыли. Меньше дверей, теплее в хате. Так, ну, едем дальше. Дальше у нас будет площадь. Вот интересные эти самые. Авторская работа, аттракционы, что это? Детская площадь. Ну, конечно, тут дедушка Ленин когда-то стоял. Мы его сняли. Там ДК должно быть. Там прямо, ну, как обычно, у нас ДК. Культура находится на культурном, на высококультурном уровне. Сейчас у нас культурой занимается интернет, YouTube. Да, ну и какие-то качели авторские. Что-то лучше можно сделать из бревен. Так, тут у нас сельский магазин. С левой стороны. Про хлеб, наверное, привезли в село с города. Раньше наоборот, раньше из сел в город везли продукты. А сейчас на колхозный рынок, на центральный рынок генетически выйдешь. Жители окружающих сел тут скупляются продуктами. Здесь с правой стороны у нас мемориал. Нет, мужик там что-то косит. Дрова на зиму заготавливает, что ли. Еще какое-то здание. Тут, по-моему, церковь начали строить. С левой стороны выездная торговля. А это школа с правой стороны. Не, мы потом лучше на обратном пути камеру поставлю так, чтобы можно было увидеть школу. Ну, вот я говорю, что школы по селам у нас, они находятся в рабочем, иногда отличном состоянии. В отличие от культуры. Что такое косить обочины? Тут, наверное, просто не в курсе. Так, и вот здесь мы едем налево и туда в сторону кладбища. Это мем такой генический. На червонопрапорное это значит куда? На кладбище. Тут, по-моему, фермер какой-то с правой стороны. Довольно-таки живой, богатый цех там или что-то. А дорога убитая. Вот что вот за забором, то не мое. Что внутри забора, то мое. Касается это всех. Что местных жителей, что фермеров. Пофиг. Был бы колхоз, сельсоветом, как вот договорились, за счет колхоза построили дорогу, отремонтировали дорогу. А фермеры нет, тут все частное, все это кугутское, пошли вон. Так, ну и опять впереди свет в конце туннеля, дорога, и влево поехали на кладбище. Собственно говоря, сегодня я ездил на кладбище, надо было там договориться насчет могилки. Памятника на могилку. Насчет могилки еще как-то, наверное, рановато. Все, червонопрапорная заканчивается. Ну, здесь поворот. И поехали к кладбищу. С правой стороны там еще места много. Так что перспективы есть. Ворота. Поставили ворота.
и даже закрывается, и даже здесь есть директор кладбища. Так, с правой стороны сортир женский. Мужикам сортир не нужен. Так, дальше едем. Тут есть интересная могилка. Я так понимаю, атошника. Недавно ему поставили памятник. Красивый памятник. Везли откуда-то издалека, но ставили наши местные инчане. У нас просто таких памятников не делают. Красивый, многоцветный. Не знаю, как оно тому хлопцу, что лежит молодому, радует, не радует. Лучше, наверное, был бы жив. Вот такое вот общежитие у нас. Да, вот он. Вот видите, деклах. Вот там лежит начесный Денис. Недавно ему ставили где-то, может, неделю-две назад памятник. Бравый хлопец с пулеметом. Все дела. Это все 14-й год. Это все Донбасс, Крым. Все оттуда пошло. Он на броне сидит. Жаль, очень жаль. Молодой хлопец, жить-то жить. Да. Так, а это мы немножко посмотрели на кладбище сверху. Видите, там обрыв. А вот. Вот такое общежитие. Все живут мирно, тихо, никто не ссорится. Страсти откипели. Все тихо, мирно. Тут перспективный, видите, он заборчик там проходит, а вот тут еще место так на года два. А если подчистить вот эти вот пустоты тут есть, то и на больше. Может, нам и хватит. Место хорошее, красивое, сухое, чистое, на берегу, виды классные. Вон, видите, флаг. С левой стороны вот там вот лежит Денис Начесный. Жаль. Жить. Так, ну все, на этом я возвращаюсь. Там свои дела порешал и еду в Винническ. Опять через Червонопрапорное. Только на этот раз, видите, камеру поставил на боковое стекло. И сейчас будем немножко смотреть на село. Видите, добротные кирпичные заборы. Перекрытые крыши, в общем. Много зелени. Орехи грецкие. Село такое крепкое. Тут брошенных хат. Таких я как-то и не видел. Рядом трасса. Раньше, когда Крым был открыт, можно было ездить на трассу, торговать, продавать что-то. Рядом Алексеевка с ЖД вокзалом можно было ездить. Что в Крым, что туда, на север. В сторону Киева, Днепра, Запорожья. Видите, добротные какие строения. В общем, мне кажется, что Червонопрапорное, Червоное, как оно сейчас, ну, такое крепкое село.
цех. Дороги поправить. Работу людям дать. И можно жить. Профильный забор. Шпахано, видите, забаранована. Ну, обочина можно было и подстричь, ну. И так сойдет. Вот школа. Раз корпус, два. Там это старое, наверное, здание школы. Ну, тут пошло, конечно, такое. Вот здесь, по-моему, храм Божий ставится, он крест стоит и что-то начато строительство. А это мемориал. Тут, конечно, подрезать, подпилять, подстричь. Это, я так думаю, ДК. С этим. Ну, вы поняли. С декоммунизированным сельсовет. Курочки бегают. Еще какое-то здание. Может, общежитие. Люди приезжали в колхоз на работу и жили там. Может, так. Не знаю. Ну, в общем, в целом довольно-таки нормально живут здесь люди. Ну, судя по заборам, судя по обстановке, судя по домам, неплохо. Велосипед, транспорт. И жители Геническского района. Пустырь какой-то. Так, все, поворачиваем на выезд. Ну, дороги, конечно, убитенькие. Здесь, чтобы дороги привести в порядок, в Геническом районе нужен асфальтовый цех. Нужно несколько таких передвижных колонн, типа ПМК, по асфальтированию, по работам с дорогами, тогда может быть годика через три, к концу каденции Владимира Саныча, с дорогами наладится. Мы ему скажем большое спасибо и выберем следующего, другого президента. Ну, чтобы они не засиживались там сильно. Это он сидит 5 лет. Ему в уши дуют, какой он гениальный. А он начинает этому верить. Они верят в это. Что без них жизнь остановится. А их надо периодически менять. Вот как у ребенка меняет памперсы. Вот так вот надо менять политиков. И не через 5 лет, а через 3 года. Так, ну все, всем пока, всех благ. Побывали в Червонопрапорном. Подписывайтесь, пока.